20 июля в здании районной администрации прошла 38-я сессия Совета муниципального образования «Сиверский район». В ней приняли участие глава муниципалитета Андрей Дорошевский и заместитель районного прокурора Евгений Ширяев. На повестке дня стояло 18 вопросов. Первым обсудили изменения в решении Совета о местном бюджете на 2023 год. Заместитель главы района Ксения Лиуцкая озвучила новые данные. С учетом предлагаемых изменений составит 3 миллиарда 297 миллионов 551 тысячу 300 рублей с дефицитом 133 миллиона 915 тысяч 100 рублей. В ряде поселений по рекомендациям краевых специалистов ввели новые нормативы застройки. Теперь построить жилой дом можно на участке не менее 6 соток. Появились и другие изменения. Запрещается строительство более 2 жилых домов на одном земельном участке. Не допускается строительство многоквартирных домов без документации по планировке территории. Раздел земельных участков площадью более 1 гектара, предполагаемых под жилищное строительство, а также раздел на 2 участка и более, в котором отсутствует доступ к территории общего пользования, возможен только на основании проекта планировки территории. Утвердили проект решения о внесении изменений в районный устав, порядок опубликования устава, создание оргкомитета по проведению публичных слушаний и рабочей группы по учету предложений граждан. Все проекты решений, вынесенные на обсуждение сессии, депутаты поддержали единогласно.